Привет, Ксюша. Привет, Игорь. Купи ребенку ТВ. Сегодня я хочу тебе показать такую замечательную вещь, которая поможет тебе в хозяйстве. Это специальный набор досок. Это не просто доски, сейчас я тебе расскажу, в чем интерес этих вещей. Ну, во-первых, я тебе могу показать вот эту коробку. Смотри, она сделана таким вот в красивом таком стиле, такая модная, современная европейская упаковка. На ней, соответственно, изображен наш товар, который я тебе сейчас покажу. Вот мы достаем, соответственно, он упакован, вот здесь есть специальные прокладки для того, чтобы он не портился при транспортировке. Достаем сами доски, и эти доски также дополнительно упакованы в пакетик. Ну, чтобы, соответственно, наш товар выглядел хорошо. Вот. Что из себя представляет сами доски? Это вот такой вот чехольчик большой, вот таким вот образом прямоугольный. В нем вставлены сами доски. Их 4 штучки. Вот. 1, 2, 3 и 4. Можем даже достать. Эти доски сделаны из специального материала, который не оставляет следов от того, как ты режешь на нем. Вот таким образом. Ты можешь потрогать, посмотри, какой гладенький, а приятный уголочек. Уголочки. А это специально сделано для того, чтобы, когда ты кладешь доску на стол, чтобы она по нему не скользила. Они выполнены из резины и раскрашены под разные цвета. Еще, как ты заметила, здесь есть на каждой доске специальные такие, да, пиктограммы. Это вот здесь, вот, например, морковка, здесь мясо для горячих блюд и для рыбы. Это выполнено специально для того, чтобы не резать различные продукты на одной и той же доске. То есть, например, если ты будешь резать мясо, то ты не хочешь же, чтобы оно у тебя пахло рыбой. Соответственно, ты можешь выбрать доску специальную для мяса. Также можешь выбрать доску специальную для рыбы. Ну, соответственно, мы можем достать вот тут у нас несколько досок. И вот такой вот интересный, замечательный чехол. Ой, зачем чехол? Здесь дырочка? А, еще. Ты права. Вот эта дырочка, она сделана для того, чтобы когда ты помыла все свои доски, поставила их обратно в чехол, то вода через эту специальную дырочку, она сливается. Таким образом, не накапливается в этом чехле, ну и там не заводятся лягушки. Эти доски выполнены вот в таком вот интересном дизайне, что не оставит равнодушным не только тебя, но еще и твоего ребенка, если когда он тебе будет помогать что-нибудь готовить вкусненькое. Купи ребенку ТВ.